Современный, мультисистемный, многофункциональный. Кластер инновационного развития региона планирует создать в Вологде. Проект будут реализовывать совместно областные и городские власти. Первый этап – открытие нового делового центра на улице Конева. Его преимущества сегодня оценили заместитель губернатора области Алексей Кожевников и глава Вологды Евгений Шулепов. Каким будет Вологодский наукоград, узнавала Мария Суворова. 3 этажа, площадь 10 тысяч квадратных метров. Сейчас в этом здании на улице Конева вовсю идет ремонт. Несколько помещений уже приведены в порядок и заняты. Здесь разместились офисы вологодских организаций, работающих с предпринимателями. Например, фонда ресурсной поддержки малого и среднего бизнеса. Какова доля вологодских предпринимателей, исходя из всего объема? Города Вологды. У нас где-то 17% Вологды. Чтобы еще больше бизнесменов получали поддержку подобных организаций, в этом здании планируется открыть деловой центр. Это будет первый этап реализации крупнейшего проекта, не имеющего аналогов ни в Вологде, ни в области. Современный многофункциональный кластер инновационного развития должен сконцентрировать деловую жизнь всего региона. Общая концепция бизнес-парка подразумевает собой некую комфортную среду для предпринимателя, который, приехав сюда в одно место, получит все консультационные услуги, все формы поддержки, которые на сегодняшний день организуется и на федеральном уровне, и на региональном уровне, и на уровне города Вологды. Это будет наукоград, построенный с учетом региональных особенностей и мощностей бизнес-кластера. Он развернется на близлежащих территориях в районе улицы Конева. Открытое пространство, лаборатории, научные центры, а также центры высоких технологий. Все это областные и городские власти планируют воплотить в жизнь до 2022 года. Если мы совместно с городом усилия будем предпринимать в этом направлении, может быть, подключим федеральный центр, а я думаю, что федерацию заинтересуют такие крупные проекты, мы могли бы из комплекса зданий, которые прилегают к этому объекту, создать очень-очень красивый органичный объект, который мог бы стать действительно новым деловым центром города. База уже есть. Из незавершенных проектов это будущий центр искусств, из успешно функционирующих спортивный комплекс Вологда. Если объединить все ресурсы, а именно таковы планы областных и городских властей, то вологодский бизнес получит и площади для проведения выставок, форумов, и базу, которая будет обеспечена всем необходимым для запуска новых идей. Мощный проект, который однозначно даст весомый толчок развитию предпринимательства, предпринимательского духа на территории города, ну и в целом развитие экономического потенциала столицы нашего региона. В ближайшее время проект наукограда должны оценить эксперты, в том числе с архитектурной точки зрения. Кстати, его предварительно назвали «Вологда-экспо» по аналогии со Всемирной выставкой достижений индустриализации. Мария Суворова, Михаил Протасов, Вологда-портал.